В Каменске-Уральском погоня за нарушителем закончилась гибелью двух горожан. Водитель Mitsubishi, пытаясь сбежать от автоинспекторов, вылетел на перекресток на красный свет и столкнулся с еще одной иномаркой. Ее рулевой и пассажир скончались на месте. Момент трагедии попал в объектив камеры наблюдения. На съемках видно, Citroen трогается с места, для него загорелся зеленый. Внезапно на перекресток выезжает Mitsubishi и, даже не пытаясь отвернуть, на огромной скорости врезается в иномарку. После ее отбросило на газель, стоявшую на светофоре. От удара Mitsubishi загорелась, но огонь быстро потушили. А водителя, 31-летнего местного жителя, увезли в больницу с переломом таза. Тем, кто был в Citroen, помощь врачей уже не понадобилась. Они погибли мгновенно. Вероятнее всего, от полиции лихач удирал, потому что был пьян.